Короче, приехали тут в деревню. Дождь, короче, льет вообще, как из ведра. Тут лужи такие образовались. И вот мы решили в две лопаты, вон моя стоит, сейчас я присоединюсь, решили, короче, спустить все это дело, чтобы хотя бы, блин, поменьше было дерьмеца всякого. А то, блин, здесь можно скоро утонуть. И вот там тоже лужа. Там чуть потом, подальше пройдем. Тоже, короче, спустим. Так, ну, вроде бы здесь потихоньку начала уходить. Ну, в принципе, вы теперь видите наглядно. Самые такие активисты деревни. Вот. А все остальные это так, чисто языком потрепаться. Да? На 100%. Так. Погнали. Нормально тут. Возвращаемся к той луже. Но это я не вижу смысла спускать. Потому что не такая уж она прям проблематичная. Вот канава, она, кстати, сделана для того, чтобы вода уходила. Ну, тут деревья что-то завалили. Завалились сами. Не кто-то завалил, а завалились. И вон сколько натекло. Володь, ну я считаю, что, блин, очень потрясающе мы спустили ее. Пойдем. Да. Поэтому можно дальше проехать. Там еще где-то были парочку луж. Вот. И сейчас мы их тоже приговорим.